как прошел этап, Вадим? Нормально. Видно, что нашим счастливым лицам? Не видно пока счастливых. Счастливых не видно? Не, спокойно пришло, все нормально. Конечно, хотелось бы быстрее, но я думаю, что это со временем. Это немного поблудили, поискали точку. Какую именно поискали? Да, я еще помню, что хорошую точку, 20-минутную. Искали. Скажите, Вадим, какие-то, не знаю, неожиданности, что это там, брод вроде у вас был, как проходили? Не, брода не было, был песок, немножко было фэш-фэша. Было ограничение скорости, которое так немного напрягло, потому что довольно долго нас тянули, там 50, 90, 30 километров в час. А так, в принципе, все довольно быстро и легко. Но это был первый реальный такой спецучастник? Ну, первый дакаровский. Завтра, я думаю, будет тяжелее. Маленький дакаровский. Оксано? Хорошо, какие-то были, может быть, неожиданности на трассе в виде других экипажей? Не, ну кто-то сидел, копался. Торчал, кто-то копался, кто-то уже ремонтировался, кто-то горел в дюнах. Я думаю, что эти кадры будет видно, потому что видно было черный дым, но мы даже туда не ехали, мы объехали просто левее и поехали. Ну, не было смысла запрыгивать в эту яму, тем более, если там уже готовят шашлыки, то есть следующим не хочется быть. Хорошо, Вадим, мы устали, нет? Не, все, в принципе, в меру прилично. Сегодня Рождество, как-то будете отмечать? Конечно, традиционно, кальяном. А, кроме? И поцелуями с девушками. Ну, сейчас с Оксаной начнем. Расскажите, довольны? Что? Довольны? Ну, можно было быстрее, конечно, но, честно говоря, я и не расстроен, потому что мы ехали, то есть, с огромным запасом, я это знаю. Да, мы позволяли там обгонять нам экипажи. Вот этот желтый, который, мы его сначала обогнали вот здесь за пару километров до финиша, он нас обогнал. И последние 5 километров мы у него просто висели уже на хвосте. То есть я ехал просто в свое удовольствие. То слева, то справа. И только смотрел за то, чтобы он не подсел где-то, чтобы не втыкнуться в него. То есть запас есть. И я думаю, что можно будет с каждым этапом наращивать скорость. Это правильно. У автомобиля все нормально? Пока что замечаний нету, по маслу критичной какой-то температуры не было, там было 110. Мы не сильно насиловали, иногда включали насос заднего редуктора, но все было в меру нормально. Ну, чувствовалось по автомобилю, что у него реально есть запас еще мощности. Стартовали за грузовиком, как было ехать? Вы его сразу обогнали? Нет, там еще грузовики нас обгоняли, мы грузовики обгоняли. Конечно, за грузовиками тяжело ехать, потому что уже и Коли, и им где-то... Им тяжело в этих дюнах ехать. У нас есть преимущество. В дюнах мы объезжаем. Но сегодня не было много дюн. Были прямые участки с камнями. А так как мы ехали на приспущенной резине, грузовик он выше, видит выше и может ехать быстрее. Поэтому, конечно, на этих прямиках с грузовиками тягаться тяжело. Хорошо, спасибо. Good.